I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time. Всем привет, меня зовут Алина. Как вы видите, мы приехали на Ледовый дворец на очень большой хоккейный матч. Вот так вот выглядят билеты. Здесь стоит охрана и проверяет, нет у людей каких-нибудь запрещенных вещей, как ножницы, ножи. Народу очень много, потому что все собрались на этот огромный прямо хоккейный матч. Это будет ДВЛ между чемпионами. Неман Гродно, это наш чемпион, и команда Австрии Вена Кэпиталс. Весь коридор увешан плакатами с победами нашей команды. Как раз напротив меня сидят такие ярые болельщики, они из плакатов и с барабанами кричат вместе складные кричалки. Пока что 0, но я желаю нашей команде побед. На этом матче много детей и, что удивительно, много девочек и девушек. А это наградной стенд наших хоккеистов. А теперь перед матчем представляют всех членов команды. Сначала гостей Вена Австрия, а потом уже наш Неман Гродно. Защитники номер 44. Defenders number 44, Джейми Фрейзер. Номер 49. Number 49, Кайл Кубатас. Нападающие. Джерри Фолк. Гродненских болельщиков очень много. Они разнообразно поддерживают свою команду. Очень громко кричат. Но альпенских болельщиков здесь практически нету. Я даже их, честно говоря, постаралась найти, но не нашла. Наша команда одета в красно-черную форму, а австрийцы в желто-черную. Вратарь номер первый. And again, starting lineup for the playing teams. Vienna Capitals, Austria, number one, Jean-Philippe Lemieux. Защитники номер 44. Defenders number 44, Jamie Fraser. Номер 49. Number 49, Kyle Kubatas. Нападающие номер. Конечно же, целый матч я вам показать не смогу, но было реально интересно. Ломались клюшки, дрались хоккеисты, и даже летела шайба прямо в зрительный зал. И повезло тем, кто ее словил, ведь это память на всю жизнь.
Кстати, в нашем городе достаточно развит занятие хоккеем. Многие дети ходят, занимаются хоккеем, наверное, потому что есть два современных стадиона, на которых можно заниматься. Например, мой одноклассник. Если ты смотришь меня, Максим, тебе привет. И если ты был на этом матче, ставь лайк и пиши об этом в комментариях. Ну что, приятного вам просмотра. Посмотрим, кто же победит в этом большом матче. Team Vienna Capitals, number 22, Julian Osberg. 2 minutes penalty for tripping. Thank you.
Счет меняется очень-очень быстро. Только одна забила, уже вторая команда забила. С передачи Джейми Фрейзера номер 44. Очень сильно вратарь был у австрийцев. Было много моментов, когда белорусы могли забить, но он отбивал самые сложные шайбы. Scored by number 36, Jerry Polistrom. Assisted by number 44, Jamie Fraser. Team Gemma Capitals, number 58, Ryan McKierney, 2 minutes penalty for interference. Team Yaman Grodno, number 9, Vyacheslav Lisichkin, 2 minutes penalty for holding the stick. Teams are playing with full strength. Счет 4-4. Ну кто же станет победителем? Победитель так и не определился, поэтому дали 5 дополнительных минут. Надеюсь, это будут белорусы.
белорусы победили! Белорусы забили решающий гол! Стадион кипит, стадион Команды приглашаются для награждения лучших игроков матча. The best players of each team will be awarded with special prizes. Лучший игрок команды Ирина Капиталс Райли Хольценфельд, номер 21. The best player of team Vienna Capitals, number 21, Райли Хольценфельд. Награждается лучший игрок команды Неман Гродно, номер 38, Сергей Маляско. Следующий очень важный матч будет в воскресенье. Это будет Неман Гродно против СУК Швейцария. Но это будет очень сложный матч для Немана, на мой взгляд. Но я им все равно желаю удачи, все равно они молодцы, все равно они очень хорошо играют, и надеюсь, что они выиграют. И на этом было все. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы смотреть мои видео самым первым. С вами была я, Алина, и всем пока-пока!